Самый младший член безработного семейства, 16-летний подросток, наркоман, нашел способ, как для всех быстро заработать легкие деньги. Решил продавать синтетические наркотики. 36-летняя мама криминальную бизнес-идею сына одобрила без раздумий. В Хакасии такой случай впервые, что к уголовной ответственности привлекается и несовершеннолетний сын, и его мать, которая на путь исправления, значит, сына не поставила, а наоборот поддержала его, занялась с ним совместно сбытом наркотиков. С середины февраля подросток закупал синтетику оптом через интернет. Наркотики юный дилер продавал в том числе в школе Саяногорска, где и учился сам, проверенному кругу своих клиентов. Дозы предусмотрительно прикреплял 10-копеечным монетам, чтобы со стороны продажи наркотика выглядело как обычная передача мелочи. Знало ли руководство учебного заведения о преступном бизнесе в стенах школы, неизвестно. Наркобизнес до определенного времени продвигался с большим успехом. За короткое время семейка сколотила денег на хороший ремонт в квартире, полагая, что это поможет привлечь еще больше клиентов. Однако мечтам о скором богатстве не суждено было сбыться. Наркополицейские разоблачили семейную банду, хотя для этого пришлось разработать многоходовую операцию. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении вот матери и сына. В отношении них избрана мера пресечения ареста Саяногорским городским судом. Ответственность за подобные преступления предусматривает срок лишения свободы от 10 до 20 лет. Следствию также предстоит разобраться, у кого конкретно семья наркоторговцев приобретала наркотики. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.